А всем привет, с вами Тимон, и ребята, сегодня будет душераздирающее зрелище. Особо впечатлительных я попрошу выключить видео, я, наверное, сам к ним отношусь, ведь это мои телефоны. Короче, мы сегодня хотим скрестить в битве супер неубиваемый Nokia 3310 и новенький iPhone X в жидком азоте -196 градусов. Это будет жесть. Все мы знаем, насколько неубиваемая Nokia 3310, у меня есть серия роликов краш-тестов с этим телефоном, и в большинстве случаев Nokia держалась очень достойно, даже более чем достойно, ведь там такая жесть творилась. Еще у меня есть ролик, когда я пускал iPhone 6s в жидкий азот, и там, конечно, было не так все радужно, но в этот раз я реально держу кулачки за iPhone X, который мне просто достался на халяву. Мы начинаем. Мы закупили целый баллон жидкого азота, и давайте его наливать в нашу миску из каленого стекла. Ох, он сегодня реально злой, как он кипит. Он готов заморозить все, и не только терминатора. Да, будет жарко, вернее холодно. Короче, ребята, вы можете делать ставки, как вы считаете, кто выживет после глобальной заморозки -196 градусов. iPhone X или Nokia 3310. Или, возможно, оба умрут. Нет. Жмякайте справа вверху на голосовалку и выбирайте вариант ответа, вот только не подглядывайте. Я боюсь даже представить, что будет. Поэтому буду, наверное, просто смотреть, как вы голосуете. Так, жидкий азот готов, он кипит, и наши телефоны готовы тоже. Начинаем, опускаем их. Да, сразу пошла реакция, и жидкий азот закипел еще больше. Экраны телефона немного посветились и тут же потухли. Возможно, батареи, видимо, разрядились моментально, но в нашем случае они должны обязательно потом включиться. Поэтому мы их проморозим хорошенько минут 10, чтобы уж наверняка. 20 минут later. Все, ребята, мы их морозили достаточно, и давайте их вынимать. Первой пошла Nokia, но ведь все ок, а вторым у нас идет. Да, ребята, я понимаю, что телефон мне достался на халяву, но я не думал, что будет именно так. Видимо, мы передержали их сильно в холоде, что у айфона отошел экран. Возможно, его можно и починить, там все приклеить, но думаю, это будет просто дурных денег стоить. И я не думал, что все закончится именно так. Но зато Nokia выглядит, как будто ничего с ней не произошло. Давайте ее попробуем включить. Она не включается. Ну это и понятно, она очень долго была в сильном холоде. Как позже мы выяснили, что у Nokia лопнула батарея такого холода, и попробуем заменить батарею и повторно ее включить. Ребята, это невероятно. Возможно, вам и не видно, так как экран замерз и не сразу появляются символы, но они там есть, и она работает.